В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Опасный путь. Очередное обращение в городской дозор. Своевременная вакцинация. В России зафиксирована вспышка заболеваемости корью. Отечественная война 1812 года. В городском музее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Рубрика «Городской дозор» продолжает свою работу. На этот раз к нам в редакцию обратились жители старой части города. В одном из дворов, который пользуется популярностью у молодых мам и студентов, пешеходная дорожка разбита настолько, что представляет угрозу для здоровья. Подробности далее. Двор у дома 35 по улице Ленина никогда не бывает пустым. С утра и до вечера здесь, на площадке, играют дети со всего района. Студенты бегут с автобусной остановки на пары. Но из-за пешеходной дорожки, пересекающей двор, в этом месте периодически происходят несчастные случаи. Плитка нарушена уже давно. Арматура голая. А здесь вот арматуру кто-то согнул, уже подошли люди. А так она вот так стояла и бежали. В спортивных тапочках все протыкали ноги. От покалечившей нескольких людей арматуры избавились, место присыпали щебнем. Но прохожим легче от этого не стало. Дорожка разбита по всей длине, к тому же на одном участке плитку положили так, что она образует небольшой порог. Играя, малыши часто не замечают его, спотыкаются и больно падают. Ну, страшно за них, потому что здесь, ну, как вы видите, вся плитка взбухла, где-то она качается, с коляской, например, постарше у меня ребенок, он на велосипеде. Ему тоже постоянно спотыкается. Лучше проедет по траве, чем по этой тропинке. Жители двора уже не раз обращались в различные инстанции за помощью, но ответа пока не поступило. Как сообщили нам в администрации, о проблеме им известно. И в этом году силами центра ЖКХ дорожку приведут в порядок. Мария Руинч, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В период с 28 мая по 4 июня пожарно-спасательные подразделения города выезжали по вызову 19 раз. Одно из самых крупных возгораний произошло в частном секторе на улице Ломоносова. А уже на следующий день на пульт пожарных поступило сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов. В ликвидации очага возгорания приняли участие спасательные отряды из 4 пожарных частей города. В тушении также были задействованы военнослужащие войск Национальной гвардии и сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, причина чрезвычайной ситуации – самовозгорание твердых бытовых отходов. К другим новостям. В законодательном собрании Нижегородской области представили проект «Умный Саров». Интернет-портал уже заработал в нашем городе. С его помощью саровчане могут видеть движение общественного транспорта и сообщать о городских проблемах. Также на карте предусмотрят деление на округа, чтобы депутаты городской думы в режиме онлайн могли получать данные о проблемах на округе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Эта рабочая неделя в России будет шестидневной. Изменения в расписании ввели за празднование Дня России 12 июня. Так, суббота 9 июня станет рабочим днем, а в понедельник россияне будут отдыхать за счет переноса выходного. Таким образом, рабочими будут дни с 4 по 9 июня, а днями отдыха с 10 по 12 июня. При смене регистрации получатели социальных выплат должны в двухнедельный срок сообщить о новом месте жительства. Об этом напоминает в Управлении социальной защиты населения. В противном случае предоставление ежемесячных денежных выплат и компенсаций будет приостановлено. Более подробная информация по телефону 789-27. Саровские футболисты одолели нижегородцев. Матч против команды «Дюшник» прошел в минувшую субботу и завершился со счетом 4-2 в пользу наших спортсменов. В это воскресенье, 10 июня, на стадионе «Икар» футбольный клуб «Саров» сразится с футболистами из Семенова. Начало матча в 17 часов. В понедельник в районе половины третьего дня на улице Силкина случилось дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, автомобиль марки «Датсун» выезжал на зеленый сигнал светофора с улицы Духова. Не успев завершить маневр, таксист въехал в бок красного «Хендая», хозяйка которого решила испытать судьбу и проехать на желтый сигнал светофора. К счастью, все обошлось без жертв. Кто виноват и какая сумма ущерба нанесена автомобилям, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. В разгар дачного сезона на территории садоводческих обществ активизировались любители легкой наживы. Выломав заборные участки, злоумышленники вынесли с частной территории чугунную ванну. В другом случае преступники похитили 350 килограммов металлолома. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Дорога на озеро Протяжное на этой неделе стала особо популярной у саровских полицейских. Работали там не только сотрудники ГИБДД. Из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков на объездной дороге был остановлен гражданин на автомобиле Форд. И, как оказалось, выстрел не был холостым. При досмотре данного автотранспорта граждан было обнаружено наркотическое вещество 0,248 грамма.
Неизвестное вещество отправлено на экспертизу, а в отношении водителя, ранее судимого, и его попутчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Участники другого случая, произошедшего на этой дороге, сейчас находятся в больнице. Гражданин, отмечающий свой юбилей, возвращался с друзьями с ночного купания, но до дома так и не доехал. На расстоянии 2300 метров от улицы Ключевой, от самого крайнего дома, не доезжая улицы Ключевой, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие дерева. В итоге именинник и его попутчики оказались на больничной койке с переломами различной степени тяжести. И если в этом случае причиной аварии стал алкоголь, то следующая произошла по вине погодных условий. Один житель нашего города получил травму, находясь за рулем своего автомобиля во время недавнего урагана. Около площадки 22 в городе Саров водитель 55-го года рождения двигался и при движении на крышу автомашины движущейся упал дерево. В результате ДТП водитель получил ушиб головы и поясничного отдела позвоночника. После осмотра врачом приемного покоя был отпущен домой. Правда, теперь ему придется решать вопрос, что делать с автомобилем. Сдать на металлолом или попытаться восстановить. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В России участились случаи заболеваемости корью. Несмотря на значительные успехи Всемирной организации здравоохранения в борьбе с этим опасным заболеванием, вспышки инфекции все чаще фиксируются в разных странах. За первое полугодие 2018 года в нашей стране зарегистрировано 127 случаев заражения корью. 60% заболевших – дети младше 18 лет. Несколько лет назад рост заболеваемости корью списывали на беженцев из неблагополучных стран. Но последние данные говорят о том, что немаловажную роль в распространении вирусной инфекции играют и россияне, которые по разным причинам отказываются прививать своих детей. В 2017 году уже прошла регистрация 721 случая заболеваемости корью. За два месяца текущего года у нас уже регистрация 521 случая заболеваемости корью. Корь передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре. Даже нахождение в одном помещении с больным человеком приводит к заражению в 100% случаев. Серьезные инфекционные заболевания прежде всего опасны своими осложнениями. Вирус поражает слизистую, глаз, верхних дыхательных путей. Поэтому такие осложнения, как блефариты, конъюнктивиты, стоматиты могут быть, пневмония и самое грозное, но редкое осложнение – менингоэнцефалит, энцефалит. Против кори пока не существует специфического лечения. Можно лишь облегчить больному течение болезни, снизить риск развития осложнений и передачи вируса окружающим. В данный момент в городе не зафиксированы случаи кори. Мы надеемся, что это так и будет у нас. Единственное, у меня просьба, конечно, к нашим родителям, чтобы как-то пересмотрели свои взгляды на вакцинацию против этого грозного, серьезного заболевания. Сегодня вакцинация против кори входит в национальный календарь прививок. Дети получают две дозы препарата в возрасте 1 года и 6 лет в составе комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Только родители могут решать, делать прививку от кори своему ребенку или нет. Но прежде чем принять окончательное решение, нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Более 90% заболевших за последние годы детей были не привиты. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Крестный ход – это одна из многочисленных традиций христианства. Обычно он совершается по особым торжественным праздничным дням. 3 июня православные христиане отметили День всех святых. И в честь праздника прихожане городских храмов организовали крестный ход по городу. Подробности далее. Крестный ход, который начал свой путь от храма всех святых, продлился до самого вечера. Участники торжественного шествия с хоругвами и иконами Богородицы преподобного Серафима Саровского направились на дальнюю пустынку. Алексей участвует в шествии вместе со своими маленькими детьми. А это такой праздник. Праздник молитвы, праздник общения, когда мы встречаемся все из разных храмов, люди, друзья старые, старые знакомые. Это день, когда мы можем вместе собраться, вместе помолиться. Во время движения крестного хода все желающие присоединялись к молитвенному шествию. Маршрут предполагал небольшие остановки у храмов и в общей сложности составил приблизительно 20 километров. Мы проходим вокруг всего-всего-всего города. Молящиеся присоединяются, вот начинает после службы немножко людей, а заканчивает уже несколько сотен человек. Дмитрий Захаров – постоянный участник крестных ходов. И в разное время он выполнял определенные обязанности. Нес хоругви, иконы, был в так называемом оцеплении, то есть направлял шествие и не давал выходить на встречную полосу движения. В конце пути Дмитрий испытывал разные чувства. Не только физическую усталость, но и душевную приподнятость от того, что выдержал это испытание. Ну, конечно, удовлетворение в конце. Естественно, что прошел, смог. Потом все-таки это
понимание того, что это молитва не только о себе, а о других, о городе, о людях, это дает силы. Несколько сотен жителей и гостей нашего города приняли участие в крестном ходе, посвященном празднику всех святых. Возраст участников был различным – от самых юных саровчан до людей преклонного возраста. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Сарова-24. В июне 1812 года войска Наполеона без объявления войны переправились через реку Неман и вторглись в пределы России. Так началась Отечественная война. События того времени прописаны в каждом учебнике истории и известны каждому школьнику. Но у саровчан появилась уникальная возможность увидеть собственными глазами настоящее мундирование, картечи, пули и другие предметы, которые использовались в той войне. Бородинский музей-заповедник – один из старейших в мире, основанных на полях сражений. Он существует в нашей стране почти 180 лет. Основателем стал царь Николай I. Экспозиция, посвященная войне 1812 года, побывала уже во многих городах – от острова Сахалина до Калининграда. И, наконец, добралась до нашего города. Здесь можно увидеть дорожное бюро, на котором на биваках, в палатках русские офицеры могли оставлять какие-то заметки, которые затем становились литературными произведениями. А еще чернильницы, подсвечники, гравюры именитых генералов, предметы быта, военная атрибутика. Всего в городском музее представлено 177 экспонатов. Но главной реликвией выставки, конечно, предмет обмундирования. Я думаю, всем, кто посетит выставку, интересно будет рассмотреть те мундиры, которые были сшиты еще в начале 19 века, то есть те, которым более 200 лет. Особое внимание на выставке уделено и предметам археологии. Ядра, осколки гранат, картечные пули. Все они были в прямом смысле слова вынуты из бородинской земли. Сама мысль, когда смотришь на эти предметы, что, возможно, эта пуля кого-то лишила жизни, а этот осколок кого-то изувечил, конечно, заставляет содрогнуться. В преддверии открытия выставки сотрудники Бородинского музея-заповедника сделали сюрприз нашему музею и подарили книги, посвященные крупнейшему сражению Отечественной войны, а также памятные медали с изображением Багратиона и Николая I. Выставку «Отечественная война 1812 года» может посмотреть каждый желающий. Но чтобы по-настоящему проникнуться историей, лучше заказать экскурсию. Выставка продлится до конца июля. Детскими улыбками и звонким смехом наполнился парк культуры и отдыха имени Зернова. В минувшие выходные юные зрители стали участниками интерактивной программы, которую посвятили Международному дню защиты детей. Творческим сюрпризом для ребят и их родителей стал большой праздничный концерт под открытым небом. Хорошее настроение и яркие эмоции ребятам дарили воспитанники объединения Центра развития культуры и искусства. Милана Кудельникова пришла в парк вместе с мамой. Для нее День защиты детей – это особый праздник, к которому девочка готовится на протяжении всего учебного года. Милана уже выступала на праздничном концерте в парке с танцевальным номером, а сегодня она исполнила сольную композицию «Художник». Я всегда люблю праздники, стараюсь приходить на них каждый раз и не пропускать их никогда. Ежегодно праздник День защиты детей собирает большое количество гостей. Все они приходят сюда не просто провести свободное время, а подвести определенный итог учебного года и встретить всей семьей начало лета. Можешь собраться всей семьей, потому что мама и папа чаще всего на работе, они там детей в кружке отвели и не видят, что они там делают. А тут ребенок на сцене, ты увидишь совершенно по-другому, и дети видят, что родителям важно то, чем они занимаются, соответственно, они больше стараются. И я думаю, что это очень помогает сплотиться семье. Парк имени Зернова превратился в планету детства. На танцевальной площадке ребята смогли поучаствовать в интерактивных конкурсах, попускать мыльные пузыри и принять участие в концертной программе. Воспитанники и преподаватели Дома молодежи все пришли, потому что они совершили небольшой героический поступок. В том, что в такую прохладную погоду они выходят на летнюю эстраду и радуют своих руководителей, радуют своих родителей, радуют зрителей, которые пришли сегодня в парк. Уже 12 июня в парке пройдет большая программа, посвященная Дню России и Дню города, где всех гостей ждут интерактивные игры, творческие площадки и праздничный концерт. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.